Заходим в переднюю за ним. Локоточки ставим на пол. Опускаемся. Повторяем за мной. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Теперь. Большой пальчик поверьте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Теперь вовнутрь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь большой пальчик прижимаем плотно. Эти пальчики пошире. Повторите за мной. Можете это сделать так? Чтобы крутить. Посмотрите на мои. Видите, два пальчика. Так, 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 так. Пробуй, дядя, покажи. Или вот так, например. А вот так. Да, молодец. Еще раз прижимаем ваши пальчики и строим такой домик. Прямые пальчики. Да. Только пальцы. Вот эта часть должна остались. Теперь так рядочек ставьте здесь все вместе. Рядок, смотрите. Да не, повторите сюда подвиг. Так, ножки вместе, значит, и для правшей, и для левшей сейчас сделаем. Только вред будешь. Правая ножка. Владик, левая, правую. Правая. А он не дотрагивается. Вот, а я подойду по Нет, правую ручку, правую, не левую. Правой. Посмотрите внимательно. Правую, левую опусти. Где правая рука? Где правая? Вот это правая. Нет. Ручка. Раз, два, три, четыре. Потом я закончу, кто по очереди там следующий? Давай. Держим и выходим сюда на вытянутую руку. Значит, ставлю мировой рекорд. Как поставить ребенка за 3 минуты, засекай. Только бильярдный стол. Держи его, кстати. Правая ножка. Левую руку за спину. Наклон вперед. Подбородок на спину. Стоим. Спина ровно. Левая ручка. Вот здесь. Встаем еще раз. Встаем. Еще раз возвращаемся. Наклон. Встаем. Сам делаешь наклон. Встаем. Теперь делаешь наклон и левая рука. Встаем. Встаем. Слушай, сиди. Наклон и левая рука. Пальчик. Ручку.
слышно, ты стоишь на полке. Пальчик расслабляй. Сжимай. Расслабляем. Сжимаем. Расслабляем. Сжимаем. Расслабляем. Удар. Ты сам попробуешь ударить? Попробуешь? Стоп. Расслабляем. Сжимаем. Расслабляем. Сжимаем. Расслабляем. Сжимаем. Расслабляем. Удар. Ну неплохо. Давай, следующий. Молодец, начал очень хорошо. Добрый день, Харьков. Меня зовут Константин Сердюк. Я президент Федерации спортивного бегства Украины в Харькове, Харьковской области. Вот, и сегодня день спорта в городе Харьков. В парке Горького приехали многие разновидности спорта, многие федерации и федерация бильярда в том числе. Это первый год, когда бильярд стал партнером проведения таких праздников. Вот, теперь каждый год мы будем тоже участвовать. Вот, и обратите внимание, что мы представили бильярдный стол и бильярдную разновидность пул. Вот, и как бы, довольно-таки проект стал успешным. Люди интересуются, дети интересуются. Вот, многим нравится, показываю фокусы, трюки. Приглашаем вас на тренировки и турниры вот, по адресу улица Ахсарова, 21, спортивно-развлекательный клуб «Олимп». Вот, а также о подробной информации можете узнать на сайте billiarder.com.ua. Спасибо. Интересно, да? Футбол как крутая, с мозгами. Школа чемпионов. billiarder.com.ua.